Мы собираемся взглянуть на Олли Бишоф в программе «Суперзвезды дзюдо». Олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призер Олимпийских игр 2012 года. И мы собираемся посмотреть на его очень необычный вариант приема обратной спина с колен. Посмотрите на это здесь. Мы видим невероятный вариант обратной спины с колен. Этот прием Бишоф начинает с захвата двумя руками за левый отворот соперника. Затем он ныряет под свою собственную левую руку. У Олли Бишофа из Германии есть очень необычный способ выполнения обратной спины с колен. Это бросок в сторону, обратное движение соперника. Выполняет прием Бишоф, делал его из непривычного захвата, где одна рука была внизу, а другая высоко поднята. Оригинальный вариант броска через спину с колен заставляет меня думать, что я буду двигаться в этом направлении. Так что, когда он опускается на колени, то почти ведет меня в том направлении. Но его голова, ныряя под его рукой, выходит в другую сторону. И в этот момент он меняет направление движения. И бросает в другую сторону. Это был блестящий вариант броска через спину с колен. Немногие люди видели такое решение, и это принесло ему большой успех. Если вы хотите увидеть больше материалов от Олли Бишофа, зайдите на Superstar Judo, и вы увидите некоторые из вариантов приемов, которые он использовал.